Объездная трасса седан Капотрокол, съезд в сторону Снеговой Пади. Сразу три автомобиля нашли себя в одной аварии. Автомобиль Nissan Coupe движется со стороны седанки, за рулем мужчина, который работает в фирме такси. На автомобильной развязке в районе микрорайона Снеговая Падь водитель сворачивает к улице Адмирала Горшкова. Перед выездом на главную дорогу он притормаживает, и в то же мгновение в автомобиль Nissan Coupe врезается Toyota Crown. Ехал, получается, с дороги съезжал. Тут несся чувак какой-то, притормозил резко. Ну вот, видите, результат. Водитель седана сам стал невольным участником дорожно-транспортного происшествия. Он успевает затормозить перед остановившимся кубиком, вот только опомниться мужчина не успевает, как в Toyota Crown врезается Honda Fit, в результате чего седан бросает на автомобиль такси. Ехал, остановился, въехали. Все. Водитель автомобиля Honda Fit только плечами пожимает, говорит, что не успел затормозить на скользкой дороге. Мужчина расстроен случившимся, он только что разбил три машины. В результате аварии больше всего досталось автомобилю-виновнику. Honda Fit своим ходом место аварии покинуть не сможет. Ремонт хозяину придется оплачивать из собственного кармана.